Разогревает мышцы перед стартом. Александра с детства занимается легкой атлетикой. Приехала в Вольск из Красного Кута, чтобы проверить свои силы в беге. Для нее спорт – неотъемлемая часть здоровой и красивой жизни. Многие курят, пьют, а ты бегаешь, занимаешься, мальчика внимание привлекаешь. Ничего не висит, все поддержано, подтянуто. Внимание! Марш! Накал спортивных эмоций. Эта дистанция – финишная прямая областных соревнований среди сельских спортсменов. Кирилл уже несколько лет занимается футболом и баскетболом. Вольск приехал за очередной победой, чтобы упрочить свои спортивные позиции. Я думаю, продолжать играть в институте, может попасть в какую-то лигу более высшую, чем областной уровень. Надеюсь, все получится. Таким красочным шоу закрывают спартакиаду сельской молодежи. Здесь более 600 спортсменов со всей области. Приехали бороться за право быть лучшими в 7 видах спорта. Этот праздник спорта – лишь часть насыщенной программы. Приверженцев здорового образа жизни ждет по-настоящему спортивное лето. В ближайшие месяцы в регионе пройдут соревнования по дворовому футболу, лапте и гиревому спорту. Перед нами губернатор поставил задачу сделать спортивную жизнь жителей области насыщенной, интересной, чтобы максимальное количество участников было в соревнованиях и зрителей. И мы совместно с администрацией муниципальных районов выполняем эту задачу. Спартакиады сельской молодежи проходят в 3 этапа. Лучших спортсменов отбирали на районных и зональных соревнованиях. Победители будут представлять Саратовскую область на всех масштабных спортивных событиях. Ксения Якумина, Дмитрий Соколов, ТВ-центр, Саратов.